Я читаю 39 главу книги пророка Исаии. В то время Меродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел. И обрадовался посланным Езекия, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел пророк Исаия к царю Езекии и сказал ему: «Что говорили эти люди? И откуда они приходили к тебе?» Езекия сказал: «Из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона». И сказал Исаия: «Что видели они в доме твоем?» Езекия сказал: «Видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им». И сказал Исаия Езекии: «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Езекия Исаии: «Благо слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он мир и благосостояние, пребудут во дни мои».